Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Міська рада на зв'язку». Я Катерина Тригубова і в нашій студії сьогодні гості. Діна Шевченко, виконуючий обов'язки начальника управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради. І Любов Самерханова, директор міського та територіального центру соціального обслуговування Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про діяльність двох цих структур. І почати я хочу з того, що от кожен з вас, да, Діна Олександровна і Любов Івановна, а от скажіть, пожалуйста, буквально от в нескольких предложеннях, от ваша діяльність, що вона для вас, що це таке? Діна Олександровна. Ну, на сьогоднішній день діяльність управління економіки і інвестицій Миколаївського міського совету реализует очень ряд важных направлений в развитии города. Это и привлечение небюджетных средств для выполнения каких-то задач, решения проблем городских. Также принимает участие как координатор в разработке программ социально-экономического развития города Николаева. Вот, и координирует эту деятельность со всеми структурными подразделениями городского совета. Любовь Ивановна. Городской территориальный центр оказывает социальные услуги гражданам пожилого возраста, одиноким и одиноко проживающим, и инвалидам старше 18 лет. Это помощь на дому, это адресная помощь, социально-бытовая адаптация и социально-медицинские услуги. Вчера состоялось такое важное, назовем его мероприятие, да, ну это одно, так сказать, из шагов и исполнения проекта инвестиционного европейского проекта, которое направлено на помощь переселенцам. В связи с той ситуацией, которая у нас сложилась в Украине, в нашей области уже много таких людей, которые в сложившихся обстоятельствах покинули свои дома, переехали жить к нам в Николаевскую область, в частности в город Николаев. Естественно, все службы и неравнодушные граждане всячески им помогают. И вот один из проектов, новый проект, который также, ну, скажем так, выиграл наш город – большое подспорье именно в этой помощи. Давайте посмотрим сюжет моей коллеги Натальи Приходько и дальше будем говорить, потому что этот проект касается обеих наших гостей, обеих структур. Пожалуйста. В рамках грантового проєкту ЄС переселенці отримали найнеобхідніше – куртки, ковдри, а також комплекти постільної білизни та рушників. Кошти в розмірі понад 55 тисяч євро на ці потреби виділив Євросоюз. Ця сума дала нам можливість зараз допомогти тим, кто остался без крова, кто остался без дома, у кого в результате этой вакханалии, которая происходит сегодня на востоке страны, нет возможности детей одеть, обуть и так далее. Поэтому этот грант использован на все необходимые для переселенцев вещи. Тікаючи від війни, від постійних вибухів та обстрілів, тимчасовий прихисток на Миколаївщині сьогодні знайшли понад 5 тисяч осіб. Залишивши там, на сході, все нажите, люди починають з нуля. Тому будь-яка допомога дуже доречна. Ми отримали одеяло, постільне бельо, полотенце і курточки. Може там якийсь сюрпотреб, я ж не знаю, я не бачила. Ні, все дуже хороше. Пункти прийому та видачі гуманітарної допомоги працюють у структурних підрозділах міського територіального центру. Те, кто прошел анкетирование, те завтра, послезавтра получат то, что им было предусмотрено этим проектом. Но не все жители, переселенцы, которые проживают на территории города Николаева. Их же более 5000 человек. А здесь у нас участвуют до 200 семей. Проект ЄС – нові можливості для проживання, навчання та працевлаштування вимушених переселенців в місті Миколаєві буде реалізовуватись в обласному центрі і надалі. Загальний бюджет складає майже 265 тисяч євро. Проект передбачає, окрім закупівлі теплих речей, забезпечення житлом, ремонт та облаштування 4 груп у дитячих садочках, проведення тренінгів та психологічних консультацій. Вот вчера, где это, кстати, происходило, потому что много людей, вот как вместили, где это было? Это мероприятие проходило в доме учителя, зал рассчитан на 200 человек, и мы пригласили представителей 103 семей,
и вот смогли частично вручить продукцию на этом мероприятии. А сегодня мы уже на Мореходной 9 в городском территориальном центре продолжаем выдачу этой продукции. Смотрите, вот вы сказали в синхроне о том, что у нас около 5000 семей переселенцев получают только 200. Почему? Это те, кто зарегистрировались, кто-то не дошел. Вот как это все будет происходить? В феврале месяце этого года, когда городской территориальный центр принял участие в этом гранте Евросоюза, мы обзванивали и связывались с гражданами переселенцев из Донецкой и Луганской областей, и те граждане, которые дали согласие на участие в этом проекте, и те, кто согласился на том, что предоставить нам все свои персональные данные, они были включены в этот проект. Прошло анкетирование, по этому анкетированию мы определили, кто в чем нуждается. Исходя из этого, были подведены итоги и был сделан расчет, какая продукция нужна. Я так понимаю, что выдача вот таких вот насущных, так сказать, вещей – это первый шаг. Да? Дальше это будут еще и ремонты, то есть кто в чем нуждается. 265 тысяч евро – достаточно большая сумма. Как будут осваивать это, наверное, Дина Александровна расскажет более подробно. На сегодняшний день уже ряд денежных средств освоено. Получается, у нас по проекту, как исполнительный комитет, это координатор проекта. Есть еще 7 партнеров. Это структурное подразделение исполкома и фонд поддержки, региональный фонд поддержки предпринимательства Николаевской области. Вот региональный фонд поддержки предпринимательства на сегодняшний день уже практически все деньги освоил. Это было проведено ряд тренингов с переселенцами. Это были и бизнес-тренинги, это были тренинги по устройству, по трудоустройству. В результате этих тренингов уже на сегодняшний день около 25 человек начали свое дело. Вот, уже, значит, 115 бизнес-планов разработано переселенцами, предоставлено нашему фонду региональному, и которые будут исследоваться, изучаться, и вполне возможно потом продвигаться, и оказывается какая-то помощь дальнейшая этим переселенцам. Также на сегодняшний день уже было выдано к 1 сентября 500 канцелярских наборов для детей, учеников, и также школьных форм и спортивных форм. Это было около 100 штук. Также на сегодняшний день центром социальных служб семьи, детей и молодежи Николаевского городского совета проведено уже около 320 психологических консультаций, то есть которые направлены на адаптацию этих переселенцев, детей, то есть там проводятся тоже различные тренинги, конкурсы, различные кружки, то есть это и рисование, и это, в общем, ну, для того, чтобы дети не чувствовали себя обделенными и в таком роде. Вот. Ну, это то, что, ну, терцентр был, это то, что на сегодня уже реализовано. Ну, могу рассказать то, что... Да, вот а дальше, да, что планируется? Потому что все это очень полезно, но все-таки год есть на реализацию. Дальше у нас еще планируется ремонт комнат в общежитии в социальном на Бутома 13. Там, ну, не только комнат, там и кухонь, и душевых, и канализационных систем. Это и замена окон, в общем, для того, чтобы... Ну, практически капитальный ремонт того помещения. Ну, не капитальный, да, текущий, но основательный такой, с закупкой и плит газовых, и там микроволновок, и стиральных машин, и душевых кабин. Вот. Там уже живут люди, то есть им просто будут улучшать условия, да, или же это для кого-то? Нет, на сегодняшний день они уже там живут, сейчас проведены процедуры закупивали, вот уже буквально с понедельника будет заключен договор, и начнется реализация этого мероприятия. Ну, люди живут, они будут временно, конечно, переселены оттуда на время проведения ремонта. Также будет сейчас идет подготовка, и уже тоже заключены договора на ремонт 4 групп в детских садах. Это номер 141 и 52. То есть там тоже будет проведен ремонт, соответственное оснащение, ну, для того, чтобы дети могли находиться в этих группах.
Очень хорошо, 200 угу. человек попали в проект, замечательно, остаются еще, ну, как минимум 4800, да. Естественно, раз вы знаете эту цифру, естественно, территориальный центр, во всяком случае, теми, кто живет в городе Николаеве, он занимается достаточно плотно и непосредственно. Как выглядит эта работа? Потому что, ну, не каждый, вот даже из своего такого опыта, да, нашего журналистского общения с переселенцами, не каждый хочет обратиться, потому что, ну, это какой-то, да, люди ну, расценивают как, ну, откат назад, да, вот попросить помощь, вот у нас все было хорошо, мы все потеряли, и теперь еще и просить помощь какой-то, это все-таки морально переступить надо. Как вы выходите на таких людей? Может быть, как-то вы их агитируете и рассказываете о том, работаете с ними, что это не страшно, это помощь, и ее принимают не стыдно и не зазорно, скажем так. Ну, информационно-разъяснительная работа у нас проходит очень большая и хорошая. И граждане, прежде всего, они проходят регистрацию в Департаменте труда и социальной защиты населения горосполкома. Это при управлениях социальных выплат и компенсациях. И все выплаты государственные, которые предусматриваются данной категории граждан, они входят в компетенцию Департамента труда и социальной защиты населения. Городской территориальный центр, конечно, не остается в стороне от всех этих проблем. И мы тоже проводим определенную работу. Мы занимаемся гуманитарной помощью. Мы обращаемся к руководителям учреждений, предприятий, организаций, обращаемся к гражданам города за гуманитарной помощью. И сотрудничаем очень тесно с областным благотворительным фондом, малообеспеченным, и всю та гуманитарная помощь, которая поступает к нам, мы ее передаем в фонд, и, соответственно, те граждане, которые к нам обращаются, мы делаем акты обстеживания, выясняем, какие им нужны вопросы, даем консультацию, куда, по какому вопросу нужно обратиться, и если это нужна уже гуманитарная помощь, то мы обращаемся, направляем их в этот фонд, потому что в соответствии с положением, по которому работает городской территориальный центр, выплачивать сами и выдавать какие-то гуманитарную помощь мы не имеем права. Но мы работаем с предприятиями, мы обращаемся, пишем письма, обращаемся, чтобы они помогали и значит, продуктами питания, и руководители откликаются, и все это поступает в фонд, и фонд уже делает эти распределения. Но мы помогаем, направляем туда людей и определяем тех, кто в этом нуждается. Только ли через управление, через департамент или уже районное управление труда и социальной защиты населения человек может попасть к вам? Либо же, ну, если вот такая информация идет, ну, кто-то прочитал там в интернете, или кто-то кому-то передал, что есть такой территориальный центр. Если человек приходит сам, ну, будем так говорить, что он имеет все документы на руках, да, которые подтверждают его статус, его проблему. То есть принимаете ли вы таких людей? Ну, конечно, или... принимаем. Нет, мы всех принимаем. Mm-hmm. Все, кто к нам обращается. Даже если это вопрос не нашей компетенции, мы никогда не отправим человека, не разобравшись, не оказав ему определенную помощь в решении тех вопросов, которых перед ним стоит. Ну, например, у нас есть такой вопрос, как оказание материальной помощи. Мы говорим, как это сделать, куда обратиться, составляем акты обстеживания и помогаем решать вопросы. В принципе, все те вопросы, которые мы можем понять, как их нужно выполнить, помочь разрешить, мы, конечно, всегда стараемся это сделать. Мы поговорим еще о работе центра. Я сейчас хочу вернуться все-таки к управлению экономики и инвестиций. У вас много направлений работы, это естественно. Какие сейчас самые актуальные для жизни нашего города, для улучшения жизни в нем? И какие, может быть, самые успешные, скажем так? Ну и проблемы тоже. На сегодняшний день, конечно, как я уже сказала, одним из самых актуальных направлений, наверное, как и для города, и для всей Украины, является привлечение небюджетных средств для решения каких-то проблем городских, которые там, ну, дополнительных, привлечение дополнительных денежных средств. Вот. Ну, вот управление экономики как бы содействует этому или участвует сам непосредственно, либо помогает структурным подразделениям в разработке таких проектов, подачи их на различные программы, конкурсы. Вот. На сегодняшний день в городе реализуется ряд крупных проектов,
Среди таких можно назвать и модернизация системы водообеспечения города Николаева, которая непосредственно реализуется коммунальным предприятием Николаев «Водоканал». Финансируется он, ну, это кредитные деньги, частично за счет средств фонда инвестиционного банка, а также, ну, частично это бюджетные деньги. Общий фонд составляет 31 миллион евро. На сегодняшний день уже идет первый этап, уже первые 5 миллионов транша были переданы на счета Эксимбанка, и реализуется первый этап этого проекта. Ну, это проект очень серьезный и важный для города. Также на сегодняшний день реализуется проект, это энергоэффективность строений Черного моря, который в рамках сотрудничества с приграничными городами, черноморскими городами европейскими происходит. Это реализатором является департамент ЖКХ Николаевского городского совета. Сумма его составляет около 82 тысяч евро. На сегодняшний день тоже уже идет второй этап. Первый этап был, ну, был такой более как анализ проводился, вот этой энергоэффективности строений. Сейчас уже планируется и практическое его применение, то есть санация домов и в таком плане. Значит, следующий проект, который вот интересный, он как бы в рамках технической помощи происходит. Это проект Академии Фольки Бернадотта. Это правительственная организация шведская. Вот, направлена на улучшение и изучение проблем дачи административных услуг горожанам. Тоже сейчас достаточно активно нами реализуется. Вот буквально на прошлой неделе прошли семинары. Значит, у нас в горосполкоме исследуется услуга административная, ну, такая услуга, как земельная. То есть это будет такие, уже проведены ряд исследований на выявление проблем в этой услуге и помощи, как это все реализовать, чтобы людям было проще и лучше получать эту услугу. А вот такие проекты, как вот мы говорили, да, как сюжет у нас был совместный, допустим, направленный на социальную помощь. Вообще, они есть еще или, может быть, планируется поучаствовать еще в каких-то программах? На сегодняшний программах? День нами подано, наверное, около 30 заявок во все проекты и программы. Это в сферах и медицины, и социально нуждающихся незащищенных слоев населения. Такие программы, это американские, японские, и немецкие. Вот. Ну, сейчас мы ждем результата. Это вот мы подали где-то, наверное, около месяца назад. Вот. На сегодняшний день, вот, в частности, проект USAID Link нам ответил. Вот. Но он, так как он в городе, и там программа по туберкулезу была, и в городе, именно город Николаев в этой программе не задействован, они посоветовали нам, куда обратиться. И сейчас мы обращаемся в ту организацию, которая задействована, город Николаев. Любовь Ивановна, а вообще вот вы от своей организации имеете право, допустим, проявить какую-то инициативу и, найдя, допустим, хороший грант, да, который вашим специалистам, специалистам вашего профиля нравится, и вы вот считаете, что он вполне, так сказать, жизнеспособен на территории нашего Николаева, допустим, обратиться вот в Управление экономики и инвестиций со своим таким предложением, к вам прислушаются? Да? Конечно, да. И мы наоборот просим, дайте нам, пожалуйста, и откликаются многие. И... А как вы изучаете? Потому что вы же опыт, наверное, западный там или вообще наших соседей, пускай ближнего зарубежья, изучаете, наверное, что-то интересное там есть, что можно привнести к нам? Да, конечно. Вот, например, у нас в городе есть комплексная программа «Социальный захист». Она рассчитана на 2012-2015 года. Сейчас она подходит уже к завершению. И мы в декабре месяце будем отчитываться, как она выполнена. И мы уже приступили к разработке новой программы. И вот когда мы приступили к этой программе, конечно, мы были заинтересованы и изучали, как это проходит в Одессе, как это проходит в Днепропетровске, как это проходит в Киеве, как готовятся эти программы, какие вопросы поднимаются очень важные для жителей города. И вот уже исходя из этого, конечно, уже имея опыт определенный в нашей работе, мы и смотрим, и готовим сейчас новую программу.
Вопрос вот к вам обеим. Насколько вообще хорошо поставлена работа, ну, взаимосвязь, скажем так, между подразделениями? Совершенно ясно, естественно, что направления все-таки разные. Да? У вас социальная защита, у вас экономика и инвестиции. Связующее звено все-таки есть, потому что на все нужны деньги, да, нужны средства. Насколько вот эта взаимосвязь между подразделением, между управлением и центром, она, ну, скажем так, жизнеспособна, да, и полезна, и вот такая, которая дает результат позитивный. Ну, вот кроме программы «Социальный захист», есть еще городская программа по развитию города, да, и социально-экономическое развитие города, и в этой программе есть и вопросы, которые очень жизненно важны для нас. И вот в этом году нам выделено из городского бюджета дополнительно 735 тысяч гривен для реализации этих вопросов. Это мы ремонтируем санитарные комнаты для граждан с ограниченными физическими возможностями во всех районах, в наших структурных подразделениях, во всех районах города. Поэтому тесная связь у нас есть. По выделению средств. Естественно, там на начало года, да, составляется бюджет, это все прекрасно, закладывается какая-то определенная сумма, исходя из определенных расчетов. И всегда, как и в областном бюджете, так и в городском, так и в районном, может быть, где-то остаются излишки, может быть, где-то наоборот не хватает. Как решается именно по социальной помощи, именно по реализации социальных проектов? Ну вот при формировании бюджета на этот год вот эти средства были не предусмотрены. Но в плане социально-экономического развития они были. Как вы выделяли, допустим, через сессию, что как это? Через сессию, это проходит через сессию, оно проходит согласование со всеми депутатскими комиссиями. Готовится решение. Готовится решение сессии, на сессии эти вопросы рассматриваются, выделяются. Какая-то, да? Депутаты прислушиваются или вот нет, мы будем там очень долго их уговаривать, допустим, как вот с депутатами, потому что вот все люди и, естественно, на реализацию любого проекта, любой программы должно быть четкое взаимодействие, потому что управление без, допустим, депутатов, да, тоже не может же деньгами распоряжаться городскими. Как строится эта работа? Ну, работа проходит по-разному, но в конце концов достигается какой-то общий результат. И рождаются вот такие программы, которые работают потом на благо города, и депутатами принимаются. И вообще вот наш городской совет, депутаты, они интересуются, допустим, вот широким спектром каких-то городских проблем, скажем так, или каждая комиссия работает над своей проблемой и, собственно, не особенно вникая там? Нет, ну, бюджетная комиссия, конечно, над, бюджетная, практически над всеми экономическими спектрами. Они знают все, да, ну, а вот другие, допустим, которые по социальной, там, я не знаю, жилищно-коммунальной. Ну, наверное. Если мы вопросы выносим на сессию, мы проходим согласование со всеми депутатскими комиссиями. И мне хочется сказать, что поддержка большая практически во всех вопросах. Я вот сколько работаю, еще мне не приходилось ни разу, чтобы какой-то вопрос, который был действительно важен, он был не принят. Практически все вопросы принимаются, вопросы социального направления. Ну, это радует, это хорошо, это вот показатель работы, да, показатель отношения человеческого и такого неравнодушного отношения к городским проблемам. Еще одна проблема, которая появилась у наших, наверное, всех семей, не будем говорить о том, что это малообеспеченные граждане или среднеобеспеченные граждане, это повышение коммунальных тарифов. Это коснулось всех, возможно, тех, у кого более такое хорошее материальное положение, в меньшей мере, да, люди не совсем задумываются о получении субсидии, но, наверное, люди, которые пользуются услугами нашего территориального центра, ну, наверное, нет ни одной семьи, да, ни одного человека, который бы не задумался и который бы не хотел получить субсидию. Как вы помогаете? Вы правы. Действительно, вопрос очень важный. Начислениями занимается Департамент труда и социальной защиты населения, а городской территориальный центр, конечно, не в стороне от этих вопросов. Мы, ну, те граждане, кто у нас на обслуживании, а именно те, кто на обслуживании дома, а это более 2000 человек, безусловно, что абсолютно каждому мы помогли в оформлении субсидий. Кроме того, в городе открыто более 20 дополнительных пунктов приема. Не обязательно человеку ехать в управление социальных выплат и компенсаций, можно этот вопрос решить в этих пунктах. Так вот, в этих пунктах приема находятся специалисты городского территориального центра. Мы приняли
принимаем заявления, мы даем консультации, потом эти заявления передаем уже для обработки, для начисления в управление. Мы также, у нас очень большая проводится разъяснительная работа, очень много всяких объявлений вы видите на домах, мы посещаем на дому, мы можем прийти на помощь, если кто-то позвонил и поговорит о том, что он не может сам прийти. Безусловно, мы приходим и помогаем в оформлении этих документов. Отдельная, скажем так, категория людей – это люди пожилого, уважаемого возраста, не будем говорить пожилого, будем говорить уважаемого. Это люди, которым нужно специфическое внимание. Многие из них болеют, многие из них являются инвалидами. Милосердие – это одна, наверное, из главных составляющих качеств, да, из главных качеств, кроме, естественно, широкого и хорошего, высокого профессионализма для ваших сотрудников. Я к чему это говорю? Вот акции милосердия. У нас минута осталась, надо о них сказать. С 1 сентября ежегодно стартует всеукраинская акция милосердия. Прошел только месяц. Уже есть определенные итоги. Заканчивается акция милосердия 1 декабря. Тогда уже будет более подведены итоги. И в этот период мы обращаемся к руководителям города, к жителям города, не оставаться безразличным, помогать тем, кто в этом нуждается. Наши все службы готовы сотрудничать, принимать продукцию. И, конечно, она дойдет до тех, кто ей в этом очень нуждается. Спасибо большое. Я вам благодарна за то, что вы были в нашей студии сегодня. Приходите к нам еще, потому что информация и полезная, и интересная, спасибо. И такая, которая пригодится каждому. Тому, наверное, кто слушает, кто смотрит нас сегодня. Спасибо вам большое. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами сьогодні ввечері. І хочу нагадати, що міський територіальний центр соціального обслуговування знаходиться на вулиці Мореходній, 9. Якщо є поруч з вами люди, які потребують допомоги, саме такої допомоги, яку надає наш територіальний центр, будь ласка, спрямовуйте їх туди або ж звертайтеся самі і обов'язково допомога надійде. І акція милосердя до 1 грудня можна до неї долучитися, але все ж таки милосердя повинно бути в нашому житті кожного дня. Є акції чи немає. Допомагайте один одного. Це найвища нагорода для того, хто потребує допомоги і щастя для нас з вами. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.